Елки-моталки. Мужчина! Чего? Хотите отдохнуть? Так я это не устал, елки-моталки. А устали хотите? Как это? Да просто, как мужчина устает. С вами, что ли, елки-моталки? Ну да, со мной. У меня жена, дети, семья, елки-моталки. Я ж... Господи, да никто не узнает, елки-моталки. Здесь делов-то на 10-15 минут. Просто... А успеем? Ну, конечно, успеем. Но если вы боитесь, можете еще кого-то позвать. Да не надо никого, я сам привык, елки-моталки. Ну, вот это разговор настоящего мужчины. А просто так или за деньги? Обижайте. Ну, конечно, за деньги. Я дам вам 50 рублей. Вы мне? Ну, да. 50 рублей? Ну, да. Елки-моталки. А техника безопасности? Техника безопасности на высоте. Прям здесь, что ли, елки-моталки? Ну, конечно, здесь, елки-моталки. За углом, вот там, на стройке. Ну так пошли, елки-моталки. Ну пошли. Ну пошли. Пошли. Елки-моталки. Так далеко идти, елки-моталки? Да вот уже пришли. Хотел устать по-мужски? Ну? Давай, пристраивайся сзади. Не понял. Давай, давай, пристраивайся сзади. Так елки... Мы за 15 минут переходки должны сделать. Давай. Елки-моталки. Елки-моталки. Женщина, успокойте, пожалуйста, ребенка. Вы что, не слышите? Можете справиться со своим ребенком и успокоить его в конце концов. Я с вами разговариваю. Мы в конце концов сидим на одной лавке. Успокойте ребенка сейчас же. Нет. Мыся Лёсенька, Лёсенька, Посика, Лёсенька, Лёсенька. А значит, нет, вы находитесь в общественном месте. Будьте добры успокоить свое дитя сейчас же. Слушай, если тебе надоело, и возьми и отсядь, понял, нет? Я не собираюсь отсяживаться. Я на этой скамейке всегда после обеда сижу. Я еще этот парк лично разбивал и каждый куст, между прочим, облагораживал. Тебе уже к земле привыкать надо, понял? А ты о благородстве думаешь. Отвянь! Вон скамейка и ушел оттуда. Понял, нет? Милиция! Милиция! Ёбушка, маленький мальчик! Милиция! Рыч! Ёбушка, маленький мой сыночек! Успокой, дедулю! Успокой, моя лапонька! Успокой, успокой! Oh,
что, упырь? Так и будем в моргалке играть. Проблема, Валер. Я тебя слушаю, упырь. Очень большая проблема. Я весь внимание. Раньше территория города была поделена на две половины ровно. Ну? Сейчас ваши пацаны сделали черту и рыбанули по центральному парку. Это исторический парк, понимаешь? Я знаю. Но получилось так, что они поделили и туалет, который стоял в центре. Его нельзя передвинуть, он каменный. Одна половина ходит в МЭ, а куда моим пацанам ходить? Конкретно идите в жопу. Валет, ты знаешь, куда сам пойдешь? Я попросил бы без взаимных оскорблений, ладно, упырь? Хорошо. Давай решать реально, конкретно. Давай. 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 Присядь. Присядем. Вот, Валет, вот раньше была граница, видишь, нет? Вижу. А сейчас ее сделали, вот, прям по центральному историческому парку. М и Жо. Как нам ходить? Я предлагаю отнести черту, вот это, поставить перпендикулярно, вот так. Ваша половина будет это, а эта половина будет наша. Так, а я тогда здесь теряю хлебозавод, а здесь три прачечные. Зачем мне это? Так у тебя остается зоопарк, у тебя остается развлекательная программа и фитнес. А что я буду делать с зоопарком и парком зимой? Летом ладно, а зимой? Я предлагаю сделать следующее. Смотри, вот весь центр, да? Центр мы обводим вот так кругом. И поскольку вы у нас более центровые, ну это никто не оспаривает. Все, что в середине, и М, и Ж, все ваше, понимаешь? А все, что вокруг, заберем мы с пацанами. Нравится. По рукам. По рукам. Все? Все. Я только не пойму, как я до центра добираться-то буду сам? Элементарно. Вертолет. Люся, ну нет у меня денег. Где я тебя возьму? Займи Веронике Павловне. Ну скажи, я в зарплату отдам. Или позже. Спасите, помогите. Делайте что-нибудь. Извини, я тебе перезвоню, занят. Что-нибудь сделайте, спасите, помогите. Для начала я вас поздравляю. С чем? С законным вступлением в брак. Да не было никакого брака. Он сбежал, понимаете? Он сбежал. Кто сбежал? Кто, кто? Жених мой сбежал, он пропал. При каких обстоятельствах, как пропал? Свидетели есть? Есть, но они все пьяные. Так может его по ошибке вместо вас украли, а? Да нет, нет, я не знаю. Получается, просто сбежал? Да, сбежал и все. Так, подождите, так. Секундочку, гражданка, сейчас. Не надо сразу предполагать самое страшное. Но может, у него есть уважительная причина. Какая? Может, его сбила машина. А что вы говорите? Стоп. Хотите, я проверю сейчас по сводке? Алло. А, Коля, дай мне майора Гуськова. Паш, это Уткин. Слушай, у нас за последнее время ДТП были? Наезды были? Да на пешеходов наезды, Паша. Да смотри, а приметы какие-то особые? Черный костюм. Ну это не примета, все покойники в черном. Шучу. Особые приметы есть? У него была родинка там. Слышь, Вась, заявительница говорит, что у него была родинка там. Как, у него там вообще нет? Давай, я перезвоню. Да подождите вы, тихо. Будем разбираться, в конце концов. Я сейчас вызову ваше начальство, быстро разберется. Да разберемся мы сейчас. Сейчас все решим. Успокойтесь. Паша, неси картотеку. Сейчас что-нибудь сделаем. Давай, значит так, сразу... Оставьте его в покое, он при исполнении. Оставьте в покое. Значит, он у вас рыжий, он у вас... Блондин. Блондин, значит, этих убираем. Значит, приводы судимости были? Нет. Этих убираем. Значит, образование? Выше. У нас все клиенты с высшим образованием. Так, погоняло. А? Ну, кличка, прозвище у него есть. Что это? Как вы его называете?
бабусик. Да, бабусик. Вот это уже точная улика и примета. Это я даже сейчас гляну на букву К. Ну точно. Покажите. Вот он. Кукусик. Ваш? Вижу, что ваш. Щукарин Юрий Васильевич, 75-го года рождения, значит, рецидивист, вор, убийца, грабитель. Что? Шучу я. Не вор, не убийца и не рецидивист, не грабитель. Обычный брачный аферист. Аркадий. Аркадий. Зин, ты видишь, я читаю, а? Ты видишь, я читаю. Мы уже с тобой как год не были вместе. Зинуля, ну ты же знаешь, у меня производство, у меня люди, у меня план, понимаешь? Я же не могу бросить коллектив. Ну как ты не можешь понять? Я устаю. А я? Мы даже больше года не были вместе. А ты каждый раз читаешь журналы до 5 утра. Хорошо. Хочешь, я сделаю тебе подарок на Новый год? Так это 7 месяцев еще ждать. Ну, тогда на твой день рождения. 6 месяцев. На день рождения мамы Зинаиды Кузьминичны. 5. Ну, хочешь на день рождения дяди Вики? 4. Ну, на день рождения нашей собаки. 3. Ну, на день рождения Игорька. 2. Ну, на день жизнь дорожника. Так это еще целый месяц ждать надо. Ну, хочешь на день рыбака? Хочешь? А день рыбака уже наступил. Как наступил? Еще не наступил. Наступил. Не наступил еще, наступил, Зина. Наступил. Да не наступил! Целый час, Виктор, ты сидишь со мной рядом. Я просто не верю, что тебе никуда не надо. Ни за пивом, ни к мужикам в гараж. Ой, Вить, ты меня любишь? Понятно. Как серьезная тема, у тебя всегда отговорки. Конечно. Ты у нас говорун. Мама мне сразу сказала: Тамара, ты к матери всегда так относился. Мать мне сказала: ты с ним, Тамара, хлебнешь еще горе. Да. Она была права. А подруги мои, ты их просто на дух не перевариваешь. Почему? Это моя опора. Не ты моя опора, Виктор, а они, Люся и Света. На них я могу положиться. А на тебя? Что я с тобой за 12 лет увидела? Обещал он, в Карпаты поедем. На лыжах кататься. Куда мы съездили? За город, на трамвае. Ёжика он мне подарил на рождение дочери. Да. Сколько дочке лет, кстати? Не помнишь. А детей у нас сколько? 2. Одно. Как деньги есть, так он рубаха парень. В одной рубахе и живем. А как зубы стали выпадать, Тамара, спасай. А я не семижильная. 12 лет тебя на хребте тащить. В общем, Виктор, ты меня вывел. И вот сейчас, поговорив с тобой, я до конца убедилась, что я права. Я от тебя ухожу. Слава Богу. Что? Я смотрю, у нас и голос прорезался. Полегчало. Здравствуйте, можно? Извините, было открыто. Я зашел. Извините. Я?
Добрый вечер. Я ваш сосед снизу, Анатолий. Люся сказала, соседи новые приехали. Думаю, дай зайду, познакомлюсь. Ну, я, вы знаете, всяко думал, что новые, ну что, что такие новые. Я не думал. Очень приятно. Я пошел. Извините. Анатолий, сосед снизу, заходил познакомиться. Ну, познакомился и пошел. Не понял. Извините, я не знаю эстонского. А это не эстонский? А ну-ка, я могу попробовать на слух определить. Молдавия. Нет, не Молдавия. Я не знаю языков, просто... А я вас разыграла! Да! Как вы меня разыграли! Я думала, вы меня узнали. Нет, не узнал. Не узнали! Я же только пришел знакомиться. Актриса Лариса. Анатолий снизу. Очень приятно. Актриса Лариса. Актриса, конечно. Очень приятно. А я думал, вы меня узнали. Я думал, что вы меня разыгрываете. Да? Да? А вы что, не ходили в Юпитер? Да нет. Да вы что, в театр? На Малосиверскую. Нет, мы по театрам не ходим. Извините, у нас... Времени нет. Ну а сериалы идут сейчас? Сериалы смотрим. Менты. Да ну при чем? Менты 2. Да ну нет же, ну. Менты 3 еще не выпустили. Ну, не обижаю. Девочка по вызову, 48 серий. Я в 3-й, в 15-й, в 40-й. А мы только 7-ю видели. И то только титры. Вы были в титрах? Да. Мы вас видели. А вы что, собираетесь сейчас в японском сериале сниматься? Да. 285 серий. У меня главная роль. Да вы что? Да, я буду говорить на чисто японском языке. На этих? На иероглифах? Да, конечно. Так. Почитать? Хотелось бы, да. Хотелось бы знать о чем? О любви. О, да. Как это тонко. Да. Мне вообще мечта работать в театре Кабуки. Как? Кабуки. А, это который к нам приезжал? Да. Ну, там же играют одни мужики. Да. Да что вы. Они женщин не берут. Так что вам не повезло. Да. Да. А вас как зовут? Анатолий. Сосед снизу. Николай Петрович. Сосед сверху. Молодец, Петюня. Зашел по-соседски. Уважил старика. Так я по делу, Аполлон Иванович. А мне горло болит. Я вчера Ричарда 8-го как дал, слушай. Правда, зал не отпускал. В начале 30 и после 30 минут. Рукоплескали. Здорово. Аполлон Иванович. Давай, за то, что зашел. Мне нельзя, у меня спектакль через час. Так хорошо. Мне нельзя. Да перестань. Да я как выпью, я как дурак. Мне нельзя. Давай, давай. Так... Актерам надо. Ну? Стресс сбрасывать. Ты мне вечер, ты в 15-м смотрел? Нет. В 18-м. Нет. Это, брат, смотреть надо. Ну, у нас каждый день репетиция. Мастерство не пропьешь. Аполлон Иванович, мы же массовка. Отец-то у тебя где сейчас? Отец в деревне сейчас, на пенсии. Мы с ним вместе начинали. Да, он рассказывал, да. Смешной был. Смешнее меня. За отца. Аполлон Иванович. Перестань. Я за советом. Ничего не хочу слушать. Мне надо, мне роль дали. За отца. За отца. За отца. Да-да. И сразу за руль. Аполлон Иванович. За руль. Нет. Закусывай. Не, за нельзя. За руль, за руль. Сразу без за руль. Закуски. За руль. Закусывай, закусывай. Колбаску, колбаску. Колбаска, 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 колбаска. Дядя Аполлон. А-а-а. Дядя Аполлон. Вы же мне за место родного дяди. Дядя Аполлон. Всем я нужен. И отец вас любил. И я вас люблю. Народный артист. А со всеми как человек. Но. Можно я вас поцелую? Да ты, Петюня. Можно я вас поцелую? Да, Петюня. Дядя Аполлон. Мы, вот знаете, вот есть артисты, ну, извините. Но. А вы, ну, понимаете? И мне надо сегодня, я пришел именно к вам за советом, понимаете? И вот пьяного надо сыграть в первом отделении. Уже ты готов. Да. Но во втором отделении надо быть трезвым.
А вот это, брат, сыграть надо. Это очень хорошо, что вы нас вызвали. Служба спасения всегда на стреме. Мы свое дело знаем. Спасибо вам за то, что мы нас вызвали. От меня жена ушла. На первое время одеяло, наволочка, подушка, надувной матрас, все здесь. На второе время, если понадобится, утюг. Вы, кстати, умеете включать машину? От меня жена ушла. Порошки есть? Если отключится электричество, то фонарик, сигнал СОС в ваших руках. Мы свою работу знаем. Мы служба спасения. От нас просто так не уйдешь. От меня жена ушла. Если вы захотите есть сардины, шпроты, все тоже здесь. Спички. Да-да, но от меня ушла жена. В конечном счете, если какие-то будут проблемы, то аптечка тоже здесь. Волокордин, горвалол, свечи, уголь, все при вас. Мы свою работу знаем. Мы обязательно вас спасем. Спасти вас – это наша работа. Ну как мне найти жену? Жену? А вот это уже не наша работа. Когда произошло убийство? Значит, убийство произошло 3 часа назад, 49 минут. Какие преступления? Да никаких мотивов. Бытовая пьянка. Двое мужиков отмечали день рождения, не поделили ящик водки. Ага. А водка осталась? Она осталась. Так неси. Зачем? Проведем следственный эксперимент. Новый метод у вас. Ух ты! Давай. Есть! Есть! Восстанавливать будем цепь событий? Конечно! Только у меня, знаете, у меня вот одна закавыка. Я-то не пью. Держи. Мне нельзя. Проведем следственный эксперимент. У меня язва. Давай. Ну, есть. Ты что, убить меня хочешь? Не понял. А закуска где? Не было закуски. Ну как мы проводим следственный эксперимент? У меня есть огурец в портфеле. Нести? Конечно. Есть. Быстрее. Так точно. Чистый. Давай. Я не могу больше. Я не доведу эксперимент до конца. Давай, тебе сказал. Не могу я. Пей. Товарищ старший криминалист. Понял. Газ, может, кончился, зажигалки не раскурится. Вызывай криминалистов с района. Что сказать? Скажи, что преступники убили друг друга, а потом выпили ящик водки. Есть. Джеймс Бонд. Майкл Хеннесси. Вы пронесли секретные документы? Чуть-чуть попозже. А код секретного сейфа? Нужно немножко подождать. А секретный телефон контрагента? С минуты на минуту. Но я принес плащ с откидывающей подкладкой, парашют, приклеивающий кеды, яд в эластике и пила в часах. Простите, но я ничего из перечисленного не заказывал. Пароль. Простите? Я хотел бы услышать пароль. Вчера с русскими агентами немножко побухали. Запамятовал. Если бы мне подсказали, я бы был очень признателен. Хотя бы первое слово. Окей. Okay. Yesterday. 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 Tuesday, Monday, Thursday, Saturday. Виноват. Ты действительно виноват.
от Бонда еще никто не уходил. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks it's all here to stay. All I believe in yesterday. Okay, Bond, James Bond. Michael Hennessy. Разрешите? У меня место заняли. Разрешаю. Угощайтесь. Взаимно. Спасибо. За компанию. За ее. Я бы даже усугубил тост. За мужскую компанию. За нас. Ибо на мужиках держится все. И производство, и быт, и проблемы. Согласен. До решения проблем. Сейчас, кстати, заведение закрывают. Есть предложение продолжить у меня дома. С удовольствием. А ты где живешь? Рядом. На Пролетарке, улица Коперника. И я на Пролетарке, на Коперника. Земляк. Земляк. Зато дорогу точно найдем. А дом какой? 7. 7 дом. И я 7 дом. Ну ладно. Серьезно, а квартира? 12. Я в 12. Да ладно. Коля, сынок, а ты что, пьешь? Ах ты, зараза такой, а! Ах ты, пес бешеный, ах ты, вша залетная! Пришел, не постеснялся, зараза такая! Люлян, Люляныч, это вы мне? Крысин, мало того, что ты без стука ко мне являешься в лабораторию, понимаешь? Ты еще одет не по форме. И самое главное, что ты предмета не знаешь. И не предупредил, что ты придешь. Так я тихо вошел, чтобы ваших подопытных не спугнуть с тренажера. С микроскопа. Да ладно, ты садись уже. Черт одет, что у тебя на голове? Дядя подарил. Какой? Мой дядя Виктор Сергеевич сказал, как придешь к Люляну Люляновичу, сразу первым делом передать мне привет. Вот ты только дядей прикрываешься, понимаешь? Да, мы прошли с тобой своим дядей огонь и воду, но это не совершенно не относится к племяннику, к тебе. Что это такое у тебя? От какого предмета это? Что это? Что это? Ухо, носа, глот. А у меня какой предмет? Сложный у вас, важный предмет. Если я не сдам ваш предмет, меня заберут в армию. Я все сдал. На 5 лет бы я тебя отправил в морфлот бы. Чтоб тебя, зараза, там паразиты бы все от головы до ног перекусали бы. Таких сроков нет. Сроков нет. Нашли бы. Ох ты мой хороший. Дядя рассказывал, как вы в Кинешму ездили с ним, когда он вас пивом угощал в поезде. Да ладно ты, не лебези. Пивом. Скажи еще, как выпивали. Дядя, не дядя. Дядя у тебя человек. Совершенно к тебе не относится. Ладно, давай лучше мне расскажи, кто там такой. Что? Куда ты пальцами? Твоим грязными пальцами так залазишь мне в лабораторию, а? Дядя, когда ты я... Ты уйди со своей дядей, давай объясняй. Дядя... Подвид, где обитает, слышь... чем размножается, как размножается, что жрет. Быстрее, времени у меня нету. Дядя... Не трогай руками, просто глазом смотри.
Пристань чуть-чуть. Смотри глазом, что там видим? Там... Что? Что-то видно. Давай смотри, что там видно. Там... Клещ. Чистильщик. Ну, правильно. Шестипалый клещ-чистильщик. Молодец. А что делает? Руки брать, руки брать. Да. Что делает? Но? Он там не один. Но? Сколько их там? Одна самка и три самца. Даже неудобно. Они там пытаются размножаться. Ну, что тут неудобного? Это же жизнь, Крыстин. Ох, что творят. Ох, сорванцы. Ох, заразы такие. Ох, молодчики. Дай сюда. Дай сюда быстро. Дай сюда быстро. Это дядина. Дядина. Клоп. Постельный. Кусает 2-3 ночи. Что ты мне готовишь, а, Крысин? Ну что у тебя за голова такая? Про клопа ты сделал? Не стыдно? А я тебя про блоху розовую, обыкновенную буду спрашивать. Понял, нет? Про блоху знаешь? Где блоха яйца откладывает? Где? Да везде. Где? Где место есть, она и кладет. Где кладет? На ежах. Нет, на белках. На дядином ковре, может быть, он у него. В течение года, чтоб ко мне в лабораторию не заходил. Два. Все, иди. Лен. Иди отсюда, глаза, чтоб мои тебя не видели. Уйди отсюда, я вам подарок принес. Дядя сказал, придешь сразу, Люлян, что и вручи. Опытные образцы в подвале. Мне бомжи показали место. Ух ты! Ой! Среда обитания. Ай, ты, ох ты! Паразит ты какой, а! Ох ты, дядя какой сказал, хороший! Иди отсюда! А как ох ты какой! Зачет! Три! Эх ты какой, зараза, а хороший! Дяде сказать 4! Да ладно, 4, хорошо, иди отсюда! Ох ты, зараза, где же вы его поймали-то? Ты смотри, а! Дурак дураком, а материал принес хороший! Руслан, Руслан, чего? Звонили, иди посмотри, кто. Куда звонили? В дверь звонили, иди посмотри, кто. Эля, всякое может да быть. Да может какие-то шалопаи. Иди посмотри, иди, иди посмотри. Только ты же знаешь, что меня уже не заснут мне. Только иди посмотри. Заснул. Кто там? Откройте, пожалуйста. Что нужно? Я вас очень прошу, откройте на секундочку. Пожалуйста. Мужчина, извините. Случилась непредвиденная ситуация. Я немножко выпил, но не обращайте внимания. Вы знаете, у каждого бывает жизнь, что каждый бывает в своей жизни, что он должен помочь другому. Вы говорите, что нужно конкретно сейчас? Время уже сколько? Подтолкните меня, пожалуйста, там, на улице. Вы с ума сошли, что ли? 3 часа ночи. Не некому обратиться, я вас очень прошу. Вы не могли найти время поприличнее вообще? Все люди спят сейчас. Я вас слушаю. К тому же еще и выпил. Извини. У меня ситуация. Извини. Ну и кто там был? Никого, просто так, мужик какой-то. Какой мужик? Какой мужик? Да ничего серьезного, Иля, ну давай спать, все же. Какой мужик? Я с тобой, Руслан, говорю. Да какой-то дурак вообще. 3 часа ночи. Говорит, толкни. Я говорю, что? Совсем с ума сошел? Толкни ему в 3 часа ночи. Так ты толкнул или нет? Ну ты что, шутишь, что ли? Ты что, забыл, мы в Казахстане застряли? Нас 15 казахов толкали. Забыл? Забыл или нет? Мне надо выспаться сегодня. Перестань. Руслан, ты же знаешь мой характер. Иди толкни, помоги человеку. На каждого дурака реагируй. 3 часа ночи. Толкни его. Мы на первом этаже живем. Кому он постучит? На 9-й этаж. Кому он больше постучит, кроме нас? А если он в беду попал, иди толкни. А может, ты сама толкнешь, раз ты такая деловая? Я что-то не поняла, что ты сказал? Я говорю, пойду толкну, что я не могу толкнуть, что ли? Что, в беде, я? Конечно, толкну. Что? Пойду и толкну. Эй, мужик, ты где там? Я здесь, слушай. Я здесь, иди. Иди, помоги, брат.
толкать-то? Чего толкать? Я здесь, мужик, мужик. Слушай, не служба, а в дружбу. Подтолкни сзади, а? Подтолкни, а? Ну, подтолкни. Подтолкни. Отдел кадров. Фу, как ты меня напугал. Как ты меня напугал, поросенок, а? Ты же меня чуть дураком не сделал. Так я... Что? Что я? Кто ты? От кого? Как зовут? Фамилия? Кто ты? Крысин пришел устраиваться на работу. Какую работу? На какую есть. А кто ты? Я... Да. Закончил институт. Какой? Медицинский. Фу, как ты меня напугал. Ну, так и завтра бы пришел. Так... Что, дык? Ты же будущий врать! Думать надо! Фу, как ты меня напугал! Да ну ладно, не дрейф, только не дрейф, не люблю слезы! Ну перестань, перестань! А чего ты хочешь, где работать? Ну... Врачом? Да. Нету врача. Хирургом? Нету хирурга. Кем хочешь? Кем хочешь? Кем есть? Нету ничего. Ничего нету. Ну у нас это фамильная. Кто? Медицинская тема. Но. Бабушка была фельдшером первой конной. Дедушка тоже рядом здесь, за углом. В морге? Да. Помню его, вечно все перепутает. Дай бог ему здоровья. Ну, а ты что пришел? А я хотел бы тоже продолжить династию. Хорошо учился? Да. Хорошо? Да. Точно? Да. Ну, а для чего у нас уголь бактерированный служит? Это для шахтеров. Правильно. Ну, а валидол? Это... Ну, быстрее это. Сейчас, валидол. Слабительное. Правильно. Ну, в принципе, вот и поговорили. А крови боишься? Как крови? Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. Друг наркоман оценил, да? Нет, Маршак. А кто это? Клиника Маршака. Понятно. Давай руку. Молодец, не бойся. Дай пальчик, проверим. Вот так, держи над колбочкой. Угу. Сейчас будем кровушку пускать. Боишься или нет кровушки-то? Так, эх ты, я. Врач хренов! Какой же ты врач, если ты крови боишься? Давай вставай и уматывай с малокардином со своим другом сердечным. Ох, как вы учитесь-то, дровосеки. Ну, что ты мне хочешь сказать? Кровоски он не боится. Чего? Что ты мне хочешь сказать? Что мне дяде передать? Какому? Родному дяде моему. Передай, что ты у него дурак. И доктор из себя хрен не доктор, понял? Дядя вот своему передал. Когда-то фамилию Крысин знали все. Лучшего специалиста по ядам Борис Борисовича уважали. Эх, да, Борис Борисович твой дядя? Крысин дядя твой? Мамин брат. Что же ты мне, милый человек, не сказал-то, мальчик ты мой? Что же ты мне раньше не сказал? Взял, напугал меня. Я постеснялся. Я сидел, работал, ты меня взял, напугал. Да не надо врачу быть стеснительным таким. Не надо стесняться. Работать хочешь? Да. Сделаем, кем хочешь? Ну? Хотел бы быть микрохирургом. Маленьким таким хирургом прыгать, да. И получать большие деньги. Все вы такие молодёзы. Да, маленьким, потому что я педант. Не понял? Ну, я педант. О, бедные медбратья. Сделай так руки. Молодец. Знаешь, кем я тебя хочу устроить? Кем? Начальником отделения микрохирургии глаза. Фу. Педант.